Вот у нас сода. И что будет, если добавим в эту смесь из фант-кола и молока соду? Ну что, пошла реакция? Пошла реакция. Сейчас уберу, чтобы не мешалось. Пошла реакция у нас. И, по-моему, она очень слишком бурно идет. И сейчас у меня зальет просто-напросто моего лизуна. Да. Вот видите, что значит неудержимое такое желание проверить, а что же будет. Как бы не разъело все это стол. Пойду чашку, что ли, принесу. А вы пока смотрите. Ё-моё, ну, реакция уже заканчивается. Так, вот сюда вот его поставим. Ну и пускай лизун здесь плавает. В общем, реакция меня уже обрадовала. Видите, что происходит? Какая смесь гремучая. Но на этом эксперимент пока все. Вот. Смотрите мои следующие ролики с кока-колой и с другими, скажем так, напитками, вещами. В общем, как хотите. До скорой встречи. Пока.